Я хилить хочу, хорош. Пускай борьба на шредрике будет. Ой. Так, что по танкам-то? Хурюк, я, Рарник и Керус. Опять хурю. Жесть. Ну, блядь, не повезло. Так, ну вроде нормально должна быть пачка. Сумоним. А Диалка это кто, блядь? Поздно, Рарник. Я на замене. Два шема на замене, блядь, охуеть. Нихуя не съебать. Ладно. А Диалка это кто, напомните мне, блядь? Это Диалка. Блядь, маг нормальный. А, нормальный, да? Ну все, тогда. Нормально прям. Тогда ладно. Ну просто редко его видел. Помню, ник такой есть, Диалка. Почему мы не можем присумонить в эти коды? Все, это... Ну, грузится, наверное. Может, релогнуться ему надо. Ладно, похуй. Гонялка, Вадикон, пошли хуярить. Мобов. Хуярим мобов. Потом уже что-нибудь придумаем. Я, короче, громилу держу. Вы других всех держите. Вот меня зафериали, я бегаю. Это хуево, наверное, да? Объебало громили, не заходите. Там рассекающий удар. Блять, фир. Сука. Диспольте фир в первую очередь свой-то, потом со всех остальных, короче. Потому что я держу громилу, его надо таунтить иногда. Кидать ЛПшку. А в фире это делать неудобно, я уже раз его отдал. Да, Керуса пробивает что-то. Он не танк. Пока что. Так, вот. Не успел убить челика. А куда инвизибл лофнулся? КВ на выклик. Че, не понимаю, что происходит. Включайте стрим, у меня пиво много. Я понял. Сейчас, братан. Ой, я просто так стаунтил грабнило. Это все из-за тебя. Тебе стрим четвертый. 10 стримов вперед. Ну, по бутылке на стрим получается 4 бутылки пива. Выпиваешь одну бутылку, включаешь следующий стрим. Выпиваешь вторую, включаешь третий. Четыре ящика. Один ящик, потом переключается на другой стрим. По ящику на стрим. Ебать, хорош. Ну про ящик это пиздец, конечно. Ящик на стрим, ебать. Знаешь, на четвертом ящике дойдет до стрима будет, да? И там начнется веселье, бля. Мы знали раньше тактику, но теперь мы не знаем ничего. Так, Бен Стиллер, все тут уже, оказывается. Короче, я... Хурюк, ты стой на Локе. Я буду стоять на Луне. Кто там? Рарник, да, в танка? Ну давай, Рарник, в танка. И ты стой, короче, на кроше, а этот самый может Бурибай в танка, если он захочет, конечно. Турарник шема он больше даст, не знаю. Там будешь, да? Ну давай тогда ты поддержишь кроша мага. Только не забывай, когда закрывается баф, на нем кончается, нужно таунтить его, чтобы он на рейд не пошел. Так, а Керус на двоих, соответственно. Так, ставлю рыбу. Надо быстрее это все пройти. Времени не так много. Бля, две банки всего осталось. О, вот так. Это вы поняли, да, кто кого танчит? Вырубай твой. Вырубай твой вот крош, крестик. Хрюк твой череп. Вот. Керу знаешь каких, я луну. Это я не буду ставить, мне откладываешь. Все, проверка. Никто с пула не бьет, ждем пока гроны берут.
Ханта нету на пулю, так что не бьем вообще. Big Dam. Big Dam нету. Все, все готовы. Даю отчет для танков. 5, 4, 3, 2, 1. Так, открылся кеглер, который на Керусе. С королем вместе. Вот, смотрите на Омен. На то, сколько там агра на отбито. И злобный или водикон киньте на слепоглаза лапку. Чтоб меткость была плюс 3. Смотрите, осторожно там, отбегайте вовремя. Просто сейчас сорвешь игру. Там вон Invisible сорвал уже, по-моему. Смотрите, блядь. Вон захиливайте. Открылся лок. Чё там, 100 ЕП будет? За топ-1. Смотрим. Я подумаю. Да ёбаный ты в рот, выбери, тварь. Сука. Проклятие кинул там, килия косноязычия на лока. Главное, чтобы оно перед, да. Чтобы перед костом висело. Кеглер открылся опять, которого первого били. Не запутал на всякий случай. А чё лоб побежал? Прием. Как дела, блядь? Хуриук, ты тут? Попиздить решил? Да он ебанулся просто, накурился дури. И бегает по рейду. Чё, кеглера залейте, нет? Давайте, милики, работать. Я вижу, залить можете. Что? Так, бидон ставь тотем, геншин гипноману. Слепоглаз открылся, бьем. Только РДД. Злобный залей по бидону. Водиконпу не люблю. Я уже инсики залил. Ладно. Ностальгия, залей по бидону. Сейчас он закроется. Кто открылся, чуть не заметил. Крош? А, крош. Вот, крестик, видите.
Лок, лок отбивайте. Просто захуяривайте его и все. Призн ставь тотем, квесты гимноману. Круш. А чё за залупа? А, ты побить решил, да, Кроша? Значит, этот хрюк, у тебя стак есть на незыбке? Это, подготовься там. Если нет, то набей. Сейчас скоро надо будет нас сейвдавать. Чё, давай мы сейв. Рарник, ну чё за хуйня? Майамик на хп гибнет. Майамик. Это нормально. Сниба голова. Рарник, ты чё? Чилишь, что ли? Король остался. Там иссушающая аура, великий, не подходите. Ну пускай инвизибл бьет. Арарник сдох, остальные все стоите. Ну биг дэм еще пускай бьет. Они больше дамага нанесут, чем он захилится. Мать, он орёт, конечно. Там какая-то хуйня, мощь тьма, это что получается? В овцу превратит или что? А, да. Нет, собаку вызывают.
сколько духов. Чё? Я просто смотрю на этот поток духов, это пиздец. Так, пока не пульте мобов. Так, печати пошли. Так, пояс. Кому надо? Бичи есть в рейде? А, вот. Да, есть. На месте. Так, это распыл. Так, запы кому-то надо. Так, пошли, пробегаем. А что там за запы были? Латные. Что-то крит РП. Да, вот крит РП силовые. Блин, гоните ли курс? Спасибо. Опа! А плюс ЕП. А? Так сильно хорошо. Он уже сказал, посмотрит. Он же не сказал, что даст. Биг дэм. Саня. Это сюда. А что там? Слышишь? Вон, то, что ты хотел. Они, короче, выкатили. Предлагают, типа, все, кто вот это ж купили триньи, либо полный возврат стоимости, либо обмен на другую триню, там, шмотку, по такой же цене. А я это видел, но я написал уже на форуме. Я хотел поменять по другой, ну, типа, амага, что-нибудь. А мне сказали, по бороде только на этом аккаунте могу на кого-то закинуть. По бороде поводить могут? А, точно, у нас масс-рез есть на Юпорс. Рез. Я тут уже по привычке шкафы ставлю. А все равно надо у нас, он кто-то все равно встал. Так на шипы возьми. Хрюк, у меня хуевая новость для тебя. Я хочу два танка попробовать. Будешь вторым по агро, как на груле в обычке так же. За мной держись по агро. Ну я фейлый нос для того, кто встал. Почему? Что ему придется подождать шкаф. Нет, никто не встал, все нормально. Так, ты что, меня пугаешь? Теперь надо, чтобы кто-то похлопал руки. Так, то это будет у нас. Керус есть. Кому же еще и лопать? Керуса можно, да. Так, Керуса. Да. Потом кто еще? Грибай, наверное. Тогда вместо него подъебало Вадикон пойдет. Вот так. Смотрите. Значит. А чё не я? Я уже привык под лицом стоять. Ну давай ты похуй. Смотрите, значит. Под ебалом находится первая, вторая пати. Там два танка и 8 миликов. Милики, вы выбегаете, смотрите, такая хуйня. Сейчас вот печь, которая с пула повешается, она сразу ему сотку даст. То есть с пула вы под ебало не подбегаете. Там увидим сейчас, как начнется бой. Вот он сразу сотку накопит, ебанет по мне с ракет. И это. И потом уже подойдете под ебало. Вот сейчас вы должны следить за яростью и за вот этим огненным дебафом на боссе. За печкой. И если там как-то будет... Вначале разы обжигать обязательно? Ну не обжигаем, блядь. Стой в центре с боссом. Я не знаю, нахуй. Ну, хочешь... Ну, потанчи, я хуй знает. Не задавайте таких вопросов, я не ебу нахуй. Ну, поменяли что-то, сейчас посмотрим. Пурибай с Керусом в танках хлопают руки. Третью руку РДДшники, вон там, три мага, шипешники. Шипешники, три шипешника, стойте сзади босса. Правая нога под боссом, конкретно под красным кружком босса, это ваша рука будет. Там чередуйтесь. Остальные все, вот три мага, лок, совы, бегайте право, лево там, и два танка у вас закрывают. Ну, хилы, соответственно, хилят. Вот. Давайте проверку.
А, вот рыба. Жрем рыбу. Пошли. Да вроде так вот на первый взгляд. Сейчас посмотрим, какая там ротация будет. Пэса тут. Пэса, пожри рыбу. Пэса нету. Пэса, прием. Это твоя работа, обязательно считывать первую и вторую патчу. Опять работы. Каждый удар. Пэса. Пэса подошел. Хавай, хавай, быстрее. Все, пошли пока на исходную милике. Проверка, нажимаем, да. Так, дает что-то. Акспула, вы уйдите отсюда, блядь. Сейчас он огонь словит. Вот он его словил. Он сейчас... Вот, а хрюк? Хрюк. Уйди, Биг Дэм. Да уйдите, блядь. Он сейчас сотку накопит. Вы что, бичи? А, нет, 42 накопил. Все, стоим. Подъебало, заходите обратно. Наебали нас админы, блядь. Не, я не знаю, нахуй, в чем смысл. Ну... Он 40 накопил, как они обычно. Просто решили подъебнуть. Да, наебали нас. Ну, пизду, все. Молчим, бьем, как обычно, нахуй. Ну, ты будешь обжигать, ну это, смотри, но... мало ли подъебут они. Я буду смотреть. Ну, первая типа... печка может, что кидается 40 дальше. Может. Да, сейчас посмотрим. Да. Проверим. Вот скоро печка будет. Сейчас вот третий удар, и вот после него уже будет печка. Вот, скоро будет печка. Вот смотри, вот обжигание идет. Вот, пока у него, ну, не копится. Я не знаю, что будет. Типа, если будет сотка, я не знаю, блядь. Сейчас, смотри, печка закончится, прокнем сразу. 90, нахуй. Нет. Стоим под ебалом. Все как обычно. Ну, походу, нас не касался это изменение. Да да, он, они ебаные, тупые, сука. Надо на форум написать. Нахуй они такую хуйню пишут. Я же, блядь, тогда бы пошли на гуля, бы убили его, блядь. Так, еще один удар ждем, и потом уже за спину пойдете. Ну, пока что как так обычно. Они, может, пишут, Фети же тоже не поменяли, они, может, только с этой недели это сделают. Ну да, может, они как-то планируют. Так они написали, в ближайшем будущем они в отдельном обновлении сделают. А, за спину уходите. Ну, хрюк, раз ты в танке, так что, блядь, стой, хули поделать теперь. Сейчас я буду незыбку давать. Так, адский. Все, возвращайтесь под ебало. Если у вас есть оф танк, блять, пусть пойдет еще тоже рукой покупает. Кстати, хорошо, что хурюк второй по агро. Если вдруг я сдохну, то тогда он останется как подстраховочный вариант. Ну и почилит заодно, хули там. Все-таки ЛПшки тыкать это не дамажить 20к. Так, почему-то 11 набирается стаков. Да, тут-то лишний, наверное, подъебало заходит. Так, вот огонь. Смотрим. Да с ракет также будет расхули. Ладно, значит, по... С ракет, да. Да и нахуй менять, это бред полный, блядь. Представь, была бы сотка, мы бы сейчас бегали как бичи туда-сюда. Нахуй надо. Заебались сейвить рейд. И танк пост достаточно тяжкий, блять. Руки ебаные эти отслеживать. Ну, нормально, ладно. Сейчас и заебашим. Магика заебашим.
Овечка. Лови, тварь. Так. Сейчас будет плюс 40. Уходите за спину, следующий удар сам буду ловить. Иниола, зубы есть? А что там за хуйня? Вы руки не закрыли? Уходите за спину. Я там руку не закрыли. Зубы. Мели руки не закрыли. Зубы давай по войду. Зубы по войду. Все. Сейчас адский. Теперь возвращайтесь под ебало. Бичи, блять. Керус, реснишь Вадикона, Вадикон, реснишь Инсику. Дон, ставь тотем, Геншин, Гимноману. Вадикон, Эндер по Инсике. Ностальгия тоже по Инсике. Злобный по Бидону, да. Это, уходите за спину, сейчас он, сейчас сотка будет. Так, дал не зыбку, он после этого еще адский даст. Так, адский. Теперь возвращайтесь под ебало. Бать, вакханалия, нахуй. Как вы руки проебали, бичи, блять? Два танка и 7 РДД, нахуй. И 8, нахуй, РДД, блять. Нихуя там аж кота аж мне до камеры подкидывает, блин. РДД похуистый. Похуистый, я с одного края до другого бежал. Понял, блин. А, нет, тебя не слышно. Так. Скидываем стаки. Плюс 40 ярости. Добьем уже скоро. Лучше бы его так и оставили, я ебал бы эти изменения, нахуй. Надо петицию какую-то написать, пускай они не трогают его. Ну-ка, что там выпало? Кружка, нахуй. Кружка, отдайте кружку, кто постоянно в 25-ку в герой ходит. А кто и ходит? И таскать ее будет. А кто ходит? Например. А кто ага. будет таскать? Сейчас узнаем. Блин, да дайте коту, он там пиздец, нахуй, блядь. В ахуе будет с этой кружки. И, блядь, 100 РПБ у чувака будет готовый. Что, потому что нас с призаном она еще апнет, блять, у кого. У нас есть Роги, да, с гадюкой, Энг с гадюкой. Надо кому-нибудь, кто будет в Гере. Конечно, мы, кто в Гере, тому и отдадим. Сейчас посмотрим, бля, не очкуйте. Сейчас разберемся. Не заберу же я себе эту кружку. Гранатовый пояс, блять. Заберу на распыл, нахуй. Так, кружка. Смотрим, кто тыкает. Топа, у тебя она есть? Погруляете? Не гадюка, я гадюку таскаю. Не я вторую. Я смежную трим ей таскаю. А-а-а. Так она тебе нужна или не нужна? Я не понимаю. Нет, я тебе говорю, оставьте тому, кто ходит. Чтобы у нас трини, блядь, больше допоясили. У призаны у меня. Тому, кто ходит. Сейчас, подожди, у меня мозг не работает. Там, ну, вон на спальжи просит. Если какой-то любой ДД ее оденет, то у вас больше будет дамажить, правильно? Да, да, да. Да ты можешь танк ее надеть. Могу на танк? Что хуйню какую-то несет? Какой нахуй танк? Вот что ты нахуй хуйню несешь? Надо. Коту отдайте и все, голову не ебите. Она призанными, хуизанными. Чувак пишет, блядь, сотка будет. Ебаный в рот, нахуй. У меня сотка будет. Мечта она... его, блядь. Ладно, похуй. Какой-то агрессивный. Что, жена аж пришла, ругает меня. А сабля нужна кому-нибудь? Не, вроде никому. Я бы на хапалы забрал, если никому не надо. Так. Пошли на магика. Так, что это, порталы нерабочие? Я понял. Дай в шатрат. Посмотрю, потом ДПС поменяется, нет? Ну, вот сейчас ЛК посмотрим. Не, базара не самому интересно. Мне базара нет. Ну,
как ни крути, блядь, ну, я не объективный в плане кота, но это мой кореш, так, ну, и, знаешь, как бы вписываюсь за него. Ну, так или иначе, ну, вот, блядь, другого варик вообще есть? Вот если не коту, то кому, как? Кстати, тоже хочу послушать, если кому-то я даже, блядь, отдам, вот прям, у меня реально сейчас сотка, 100%. Да, сейчас я могу сказать, кому она заходит, но сейчас это классная играбельная ФДК. Она охуенно ему ФДК заходит. У нас много? У нас что, дохуя ФДК в рейде? Еще комбо трогают, они ФДК тоже... ФДК сейчас не играбелен. ФДК не играем, да. Меня больше интересует, как она апнет гадюку. Вот это меня интересует. Тебе вон кинули гадюку, можешь почитать просто. Оно прям на трине написано, как они апают друг друга. Вот мы сейчас в обычку пойдем, и я хочу посмотреть, как там будет. На четверть. На четверть будет трине больше допсить. Быстрее так... будет срабатывать кружка и гадюка. Давайте сумонимся на магика, быстро закрываем и целка пойдем. Так, ну это. Ну будьте в танках, кто есть там. Этот Керус. Бурибай тоже, наверное, будь. И Хурюк. А кто там получается? Так. Ну сумоним, а хули вы встали вокруг шкафа просто так? Чё вы, блять? Пиздец. Сумоньте, ёбаный в рот. Что, я один это буду делать? Встали, 15 тел и стоят вокруг, нихуя не делают. Сумоним, сумоним, блять, быстрее. Надо инсты проходить так, чтоб, сука... Все гильдии завидовали, нахуй, как мы быстро проходим. Чтобы вообще, бля, шуба заворачивалась. О, Бенстиллер еще остался. Не люблю щиты. Все, сейчас у меня каз закончился. Не люблю щиты еще, сумоньте. Или нет, похуй, пошли трэш хуярить. Так. Вырубай, ты штанчил трэш на магике? Видите справа, слева мобов. Тут они не как в обычке бьют, они мало бьют. Сразу справа, слева полностью приводите сюда. Это свое войско, да, даже пока что. Здесь он меня не зафиряет. О, блядь, пошли фиры, блядь. Как по итогу, как вишенка на торте, блядь, кот. На сурке раньше 14 давал, сейчас 12 даст. Вот я охуею. Это тут пиздец, на. Фиаско будет. Фиаско будет, что остальные ДПС не увеличатся. Не, он носить-то будет. Да тут-то еще прикол. Кота Воля есть? Руки с чаркой одел впервые и на сурке не был с ними, поэтому тут и так хотелось бы посмотреть, а сейчас еще нихуя, еще и кружка. Ну тут, блядь, лишнее РПБ теперь у меня в сокетах, надо еще перебивать, блядь. А ты как хотел. Там кто-то говорит, короче, постоянно, и тебя очень тихо слышно, либо ты, конечно, у меня убавлен, но я хуй знает. Я кружку одевал на Фурика, кап РП собрать. А потом другие тренинги-то одевал. Ну что могу констатировать? С этим котом всегда какие-то телеги в DC. Всегда на хубах я там с двух ног вырываюсь, там бы чё там. У меня кружка, кстати, на мишке есть. Надо будет первый рейд потанчить на следующем КД. И чтобы кто-то с этим медальоном сходил. Первый рейд. А
чё этого моба сразу не привели? Йова. Чё, напоследок оставим? Пять плюсов на кубы. Так. Илья, нажимаешь куб? Ну, раньше нажимал. И сейчас нажмешь тоже. Бен Стиллер, как самый скилловый маг. Заходите внутрь. Рыбу надо? Нет, хуй знает. Вот рыба, короче. Кто будет трэш? Трэш Бурибай. На боссе первый я, второй Хурюк, третий Керус. Братки, блять. Хилов касается новых там, но Бидон знает. Короче, не проебывайте ману, блять, этот, как он называется там? Печать материи. Смотрите, да, смотрите на себе. Не кастуйте во время того, когда она заканчивается на вас, иначе проебете пол маны и пол хп, нахуй. Она у вас не резиновая, блять. Объясни, как на кубах стоять, если мы на куб поставим, ну, просто кубик нажать и все. На кубах... Когда босс кастует в один из порталов луч, ждешь, как он каст закончил, ну, стоишь в это время у кубов, у своего куба. Каст закончился, и уже все пять кубов нажимают куб в этот момент. Задача держать луч от куба до тех пор, пока не увидишь, что все пять лучей попали в босса. Как только они попадают в босса, босс говорит «нет, только не снова», и только тогда можешь с полной уверенностью отпускать куб. Хорошо. Даю отчет. 1 этот инвизибл, дай войско. Это дэмэдж, ральник 51 тысяча, топ 48, визибл 38, биг дэм 35, мейстер 31, огненный столб, воспоминание метеор. Гроза, звездопад, лунный огонь. Удаляю этот дамаг. 10 секунд до босса. Готовимся. Кому истерию надо? Мне может. Ага. Это не подыхайте тут, не думайте на расслабоне, блять. Здесь берсат 10 минут, но есть, если чё. Что имейте в виду. Ой,
не ту кнопку прожал. Вот эту исповедь, вот приз, кто там ДЦшник с вас. Вот щиток. Щиток, старайся до коста кинуть. Вот 15-секундный таймер постоянно идет, да? Вот сейчас. Вот сокрушительный удар. 7, 6, 5, 4, 3. Вот кидаешь щиток и уже начинаешь кастовать исповедь. Когда, ну, вот этот удар, когда в него уже начинает кастоваться, ты уже в него исповедь касаешься. Самая профитная хуйня. А, и МВшку еще, чтобы на нем висело перед ударом перед сокрушительным. И щит. Сейчас вспышка. Вставайте. Заодно. Вставайте возле кубов, готовимся. Вот сейчас каст закончится, нажимаем. Все, отпускаем. Бурибай, ты где? Собирай мобов, Бурибай. Так, еще вроде выходят. Подвожу. Все, поехали в ФЛОЕ. Вроде последний вышел. Последнего моба нахуярьте. Все, обратно в центр его веди. Так, Бака, стоим. Смотрю, там что-то появляется в рекаунте. Так, стоим возле кубов, нажимаем кубы. Нажимайте, нажимайте, сука! Не могу. Быстрее на тапках, нахуй! КД, блядь, не должно быть никакого КД, блядь. Все, отпускайте, хули, 5 лучей было. Демоны появились. Сейчас это, к звездочке все идем. Сейчас портал исчезнет. Тут демона 3 выйдет, наверное. Демонов сюда к нам, Бурева, ведите. Сюда к нам ведите. Демонов, прием. И бьем их, и диспелим, и сбиваем косты все. Так, на мне босс. Даю незыбку. Биг дэмэдж. Сдох, нахуй. Ну, блядь, постой ты возле босса. Ну, нахуй ты идешь сдыхать. Пиздец. Ностальгия рестная биг дэмэджа. И его захильте. Демонов все убили. И косты им забиваем. Ностальгия ресы. А он один. Геру дайте, что ли? Геру, да, давайте. Не было коста, забери обратно, хурюк. На тебя дебафа нету. Забери обратно. Почилим. Хилы хорошо хилят. Если у кого-то сейва не будет, он у Бурибая капли есть, если что, он даст нам. Так, у меня сейчас ключ заебался своей печатью. Согласен. Ну, это шаманы, вы можете там тотемы въебать оба одновременно. Ну и какой-нибудь тениола там на ману прочитай. А чё, Бурибай забрал с Керуса, да? Я что-то проебал. Сейчас я тебя тогда заберу.
Еще 5 лямов. Да. Надеюсь, изменений не будут делать. Чё, посох, пояс. Это, блядь, дерби какое-то намечается. А на шипашку идет посох? Да, конечно. Что, из друлей больше код, да, дал на этом боссе, получается? Ну да. Да, вообще заебись, дамаг. Так, летим целка потихоньку, только не заходите, там сложность пока что такая стоит. Так. Посох. Кому посох надо? Шипышник. И что получается, 260-й код дает больше, чем 265-я сова? Ты про меня? Ну, на мне кубы и печати Мактеридона, если ты не знал. Ой, да ты что же, ШП? Это, не придумывайте, сейчас на сурке посмотрим. Да, блядь, тут пиздец сурек, ну на сурке будет реально дерби там. Не будем, посмотрим. Мне самому дико интересно. На сурке не просит на трене. Она уходит в ОУЕ, которая порезана на коте, которая кушает. Вообще коту мало дает. Ну как, 5% почти. Я не бью, кстати, на орке. Какой раз уже себе сумку-то отдаю? Два зефирита, хорош. Все, это. Все с инста вышли. Сейчас я портанусь, сложность дам. Ой-ой-ой, и это самое. Сейчас я и поищу. Сейчас портанусь.